Помятый бампер, многочисленные царапины и пустое водительское кресло. Наверное, это лучшая иллюстрация статистики аварийности. Ведь за каждым искореженным кузовом человеческая трагедия, оборванная жизнь и, вполне возможно, не одна. Согласно статистике, в нашей республике за 2015 год зарегистрировано 120 дорожных аварий, в которых погибло 24 человека и 145 человек получили травмы различной степени тяжести. Цель этого дня заключается в том, чтобы почтить память жертв и выразить соболезнования их членам семьи. Ну и также еще раз напомнить о необходимости обеспечения безопасности дорожного движения. В этот день юные инспектора дорожного движения совместно с госавтоинспекцией инспектировали проезжую часть, останавливали транспортные средства, раздавали тематические информационные буклеты и повязывали на авто памятные ленточки. Каждый год, ежегодно мы проводим акции для водителей, чтобы они соблюдали правила дорожного движения, чтобы не происходило аварий по дорогам. Я думаю, нужно очень хорошо проверять водителей на то, как они знают правила дорожного движения. И ежегодно проводить, конечно, такие акции. И пешеходам тоже нужно знать эти правила и соблюдать их. В полдень движение на дорогах города приостановилось. Продолжительные автомобильные сигналы, улетающие в небо шары, заставили остановиться не только автомобилистов, но и прохожих. Каждый в этот день дал себе обещание быть внимательнее к себе и людям. Надо быть очень внимательным и ответственным. Я думаю, первым делом надо начинать с дорог, потом с честность граждан, порядочность водителей должно быть, уважать друг друга на дороге. И тогда меньше ДТП будет. Ну, естественно, не пить. Как ни странно, но именно автомобиль считается наиболее опасным средством передвижения. Наиболее частые причины ДТП – скорость и алкоголь. Госавтоинспекция не устает напоминать – соблюдайте правила дорожного движения, тем самым вы сохраните жизнь себе и своим близким. Помните, вас ждут дома. Екатерина Белогривая, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.